По меньшей мере 18 человек стали жертвами двух ДТП на севере Индии. Около 50 пострадали. В штате Химачал-Прадеш у автобуса отказали тормоза, и он на полном ходу въехал в толпу паломников, сидевших в придорожном кафе. В результате погибли 7 человек, еще 16 были доставлены в больницу. В штате Утар-Прадеш перевернулся тракторный прицеп, в котором было более 50 женщин. Жертвами этой аварии стали 11 человек, более 30 попали в больницу. 10 из них в критическом состоянии. По данным полиции, причиной аварии стало превышение скорости.